Всем привет, дорогие зрители! У нас сегодня обзор очень интересного отеля в Кемере. Сегодня мы смотрим DoubleTree by Hilton Antalya Kemer. Это пятизвездочный отель в километре от центра города. Он открылся 1 апреля 2018 года после полной реконструкции. Категория номера самая базовая – это Guest Room Land View. Номера оформлены в минималистичном стиле. Площадь такого номера составляет 32 квадратных метра. Очень приятный современный дизайн. Важно отметить, что в отеле есть также номера Oktoberfest, где есть краники с пивом. Ну а данный номер стандартный. Мини-бар укомплектован, он ежедневно пополняется. Есть прохладительные напитки и баночки пива. И вот как раз можно оценить вид на город. Видны горы. И вот такая станция, которая создает определенный шум. Это, видимо, что-то техническое, относящееся к отелю. Данное видео появилось благодаря съемкам моего туриста, который очень ответственно отнесся к своей миссии и постарался показать отель максимально подробно. Это зона ресепшн, здесь происходит заселение гостей. И, дорогие зрители, напоминаю, что тур в любой отель мы можем вам оформить и организовать вам отпуск вашей мечты. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте видео друзьям, нам это очень важно. И пишите в комментариях, как вам отель, может быть, вы здесь отдыхали, нам будет интересно знать ваше мнение. Вот уже как раз одна из станций перекусов в отеле. Отель славится своей кухней, то, что он позиционирует себя как самой разнообразной кухней мира. Здесь множество различных точек питания, баров, ресторанов, закусочных, где можно попробовать все, что вы захотите. Обзор питания в отеле мы вынесем в отдельное видео, так как он достаточно подробный, и там действительно есть на что посмотреть. А пока прогуляемся по ресепшену. Здесь приветственная зона, стоят живые цветы, это как раз вход в отель. Тут же идут лифты наверх к этажам. И здесь находится еще один из баров и такая красивая стильная библиотека. Можно выбрать себе книжечку почитать, поиграть в шахматы и отдохнуть за такими удобными креслами. Общая площадь отеля 17 тысяч квадратных метров, но когда мы пройдемся по территории, он не создает ощущение маленького отеля, а кажется достаточно большим. Корпус у отеля один единственный из 5 этажей, 338 номеров, то есть загрузка у него достаточно средняя. Вот как раз терраса в здании. И тут прекрасный вид на бассейн и виден также аквапарк. Дальше мы посмотрим его поближе. Как я говорила, в отеле масса закусочных и есть такая прекрасная кондитерская, она очень классно оформлена. Здесь невозможно удержаться от того, чтобы не попробовать разные сорта шоколада. Есть и фисташковый, и темный, все с различными начинками, а также конфеты ручной работы. И, конечно же, восточные сладости. Еще один из баров. Здесь также стоит бильярдный стол, можно поиграть. Официанты в отеле катаются на роликах, чтобы успевать обслуживать всех гостей без исключения. И теперь идем по дорожке к пляжу. Пробежимся по ней в ускоренном темпе. И тут сразу уже станция питания, это мороженое. Мороженое масс разных видов. Идем дальше, и пока идем, вы можете оценить, что отель совершенно не кажется маленьким. Вот как раз поближе аквапарк, очень классные горки, хоть их и немного, но выглядят они очень заманчиво. По пути на пляж зеленые стены заграждают от солнца.
То есть даже днем дойти достаточно приятно. И здесь большой пляжный бар, где можно посидеть, наслаждаясь уже видом на море. Так он стильно оформлен, деревья растут через крышу. И вот как раз знаменитый фудкорт отеля, про который будет отдельное видео. И вот мы уже на пляже. Здесь видны пальмы, зонтики. На пляже насыпан песок и есть помосты деревянные. Вход в море, конечно же, галька. Галька не крупная, заходить достаточно комфортно. И кое-где сделаны лесенки для входа в воду. Пирс у отеля достаточно большой. Здесь много мест, где можно полежать. Красивый вид на горы Кемера. Море очень теплое и достаточно спокойное. И, конечно же, турецкий флаг прямо по курсу. На пирсе много мест, где можно полежать, и несколько спусков в воду. И теперь перейдем обратно в здание. Это часть конференц-залов. Очень стильно все оформлено. Зеленые растения, минимализм. И есть небольшая точка для кофе-брейка, которая сервирована. Здесь можно взять прохладительные напитки, чай, кофе. Представлены фрукты и сладости, различные печенья и конфеты. Так что я надеюсь, отель вам понравился. Ждем ваших комментариев и лайков. Надеюсь, наше видео было для вас полезно. Всем спасибо за внимание. И, конечно же, спасибо Турции за такие отели.